Итак, ребята, хочу вас познакомить с самой дорогой машиной на седьмом ранге. Вот она перед вами, красавица. Вот салон, я не знаю, это просто нечто, ребята. Я долго шел к этому, пока взял седьмой ранг. И вот наконец-то я добрался до этой машины, которую я так хотел. Вот смотри на нее и скажи мне, что это гонка. Да в жизни не угадаю же. Это капец. Гостики могут понять только если на карте будет видно, что это гонка. А так ты вообще даже не поймешь, на какой ты машине просто едешь. Итак, у меня 12 километров. Это у нас где? Это у нас палетка, это очень хорошо. Сейчас я буду ехать и просто постараюсь, не знаю, на глаз у милиции не попадаться. Конечно, будет обидно, если я не довезу 62 тысячи, я, наверное, сойду с ума. Не знаю, что я сделаю. Но постараемся. Постараемся. Пока что она едет 180. Я думал, она будет ехать быстрее. Может, еще не разогналась. Я вам скажу по пути, сколько там... Да, какого, как говорится, километража она разгонится, пацаны. Но пока что я скажу вам, что она не едет прям самая быстрая. Потому что у меня было и подешевле, за 43. Она там 200-210 просто гоняла. Хотя это уже начинает подниматься. 190, 191, 193. Нормально, нормально гоняет. Будем разбираться, пацаны, будем разбираться. Так, сейчас я даже не знаю, как ехать, честно скажу вам. Просто не знаю, как ехать. Так, сейчас. Так что попробуем пистолет и... О, я окна сломался и новой машине, ничего себе. Интересно, гостики поймут, что это угонка или нет? Я думаю, если рядом пройдут две машины, да, одна попроще, и вот это, они ни за что не догадаются, что ты на угонке. Это вообще для них будет какая-то трэш. Только опытный гостник поймет, что ты на туре на угонке. Честно, чувствуется такая, знаете, тревожность, типа напряг. Потому что, блин, не каждый день едешь на таких угонках. Тем более, это одна из 55 угонок на седьмом ранге, которая может попадаться. То есть, прикиньте, какие проценты, что тебе попадется именно она, да? А не самая дешевая, допустим, а вот именно она. Потому что это самая, если смотреть по топу угонок седьмого ранга, то это самая такая, самая дорогая, типа самая мощная. Вот 202 едет, нормально, не гоняет. Ну, короче, вот, я понял, что угонки седьмого ранга, они гоняют, ну, плюс-минус, там, 190-200. Возможно, не все, но это точно. Ну это вообще капец машина, просто капец. Эх, я не знаю, даже если там и будет вся милиция мира, я постараюсь ее довести. Потому что, ну блин, 602 400 баксов, пацаны. Вы понимаете это или вы этого не понимаете? Это просто что-то с нечто, пацаны. Сейчас хочу выйти на трассу. Но желательно, чтобы помимо меня, да, были еще другие машины. Потому что, блин, ну, чтобы не палиться, понимаете, чтобы не палиться. Я это, не я это, блин. Блин, ну она такая прям твердая, ну, блин, одновременно и твердая, и легкая в управлении. Вот как, не знаю, как вам сказать, но прям чувствуется мощь. Чувствуется мощь. Я не знаю, это какой-то Бугатти, что ли. Ну, выглядит как Бугатти. У меня есть такая же донатная. Не, ну я не знаю, ну, блин, вот попробуй догадайся, угонка это или нет. Только тот факт, что ты смотришь, вот допустим, если ты гос, да, ты смотришь на карту и ты видишь это по карте, то что я угонка. А если пройдут мимо 2-3 машины, да ты не поймешь ни за что. Вот сейчас она гоняет так 180. Смотрю, что когда вот допустим есть подъем, не совсем топит. Не знаю почему, я не шарю. Может потому, что она слишком заниженная, она вообще заниженная, капец, как сильно. Либо, я не знаю, не разбирайся в машинах, к сожалению. А так нормально, есть все шансы доехать. Да, даже если за мной будет поедет милиция, я постараюсь довести. То есть, может я не буду по ним стрелять, да, может, не знаю. Не, хотя, когда я не стрелял. Пистолетами зафигачим колеса так, чтобы они не могли ехать нормально за мной и все. Прям так и сделаю, сейчас пистолет достал.
опасность топать могут, допустим, тут где-то рядом, потому что все время некоторые гонщики тут сидят и топо наблюдают и могут остановить. Хотя сейчас утро у нас четверга, так что не факт, что кто-то будет. Ну что ж, пацаны, осталось почти 1 километр 500. Очень волнуюсь, честно, блин. Хочу довести, ничего себе, блин, 62 тысячи, пацаны, это что такое? Понимаете, это не сумма, это просто шедевр какой-то. Это просто капец, ребят. Эмоции прям зашкаливают. Если довезу, вообще кайф будет. Почти. Давай. Yes! Yes, пацаны, и победный танец. Победный танец, ребята. Давай, любой. Все, всем спасибо.